О, да. Уже утро. Скоро автобус с больными детьми приедет на пляж. Только их кумира там не будет. Как они расстроятся. Как бы я хотел увидеть улыбки на их больных, но счастливых личиках. Там будет Томми, который упал с дерева, и Сьюзи, родившаяся без ноздрей, и крошка Тим. О, хватит! Я больше так не могу. Ночь, вам действительно дороги эти дети? А как же? Я должна признаться. Я работаю шпионкой на мэра. Что? Она сказала, что если я этого не сделаю, моя бабушка окажется на улице. Тебе связали руки. Я должна была помочь бабушке ночь. Родители убили, когда мне было 7, меня воспитала бабушка. А, понятно. А меня воспитали дяди. Так, надо что-то делать. Больные дети вот-вот приедут. Это ужасно, Чувиха. Ночь никогда не опаздывает. Я ничего не понимаю. Ночь как поезд. Он всегда такой. Поезд приходит вовремя. Пошли. Думай. Думай! Есть! Посмотри! Что ты видишь там наверху? Какую-то емкость. Не просто емкость. Это ведро. Ведро со смазкой секс-луп. Секс-луп? Некоторые люди не полагаются на свои силы. Доберись я до этого ведра, я бы вылил эту смазку на себя и выскользнул бы из наручников. Что здесь происходит? Я сбила его с ног. Я хочу побыть с тобой. Это другой разговор.